Вы описали состояние, когда действие в десятке обычно ощущается искусственно. С помощью каких действий, кроме тех действий, которые вы рекомендовали нам делать сегодня, это два зума и утренний урок, каких действиях я могу прийти к ощущению растительного в десятке? Все, что ты можешь делать и на что способен, делай. Я не буду сейчас читать с тобой сейчас все первоисточники, объяснять все, что там написано. Твой вопрос слишком общий. Что я должен сделать, чтобы прийти к исправлению? Так тебе надо в первую очередь прийти к объединению. Что мне надо сделать, чтобы прийти к объединению? Надо просто стараться на практике, если у тебя даже сердце к этому не лежит, хотя бы в действиях, совершать действия по объединению. Вот и все. И если у тебя к этому нет никакой ни тяги, ни сил, надо просить, молчать. Больше нечего добавить. Вопрос очень совершенно не требует никакого объяснения.